Всем здорово, друзья. Сегодня будем тестить ту фишку с моноберном из Скади. Главное не нафейлить, как я в прошлый раз нафейлил. Я в прошлый раз просто выложил Скади и все себе сломал, не переставив сразу на слот. Игра была очень красивая, очень удачная. Очень жалко, что как бы я вот так сам себе взял, заруинил. Ребят, в общем, смотрите, пробежимся. Сделаем в роли, ну, типа, в теме гайд, да? Быстренько пробежимся по способностям. Ну, и по самой теме. Что такое антимаг? Ребят, антимаг. Само слово даже антимаг. Персонаж предназначен для... Не для, а против магического урона. У него... Давайте по порядку, окей. Моноберн. Что делает моноберн? Моноберн — это сжигание маны за один удар. 64 маны сжигает. Плюс наносит бонусный. По-моему, 70% от 64 маны он наносит бонусным поверх своей атаки. Вот вы наносите 53 с руки и 64 с моноберна. Бонусным где-то примерно 50 урона вы еще наносите бонусным, если у вас раскачан моноберн. Окей, блинк. Блинк все знают, что такое. Вы просто блинкуете в определенную зону и кайфуете. Че, на расстояние 1000, почему нет? Неплохо. Требуется маны 60, все простенько, ребят. Третье. То, из-за чего ценится антимаг. Это магический резист. Все мы знаем, что в доте у героев резист есть стандартный. Стандартный, то есть, ну вот, чисто стандартный резист. Вот тебе плюха прилетает, там написано 300 дэмэдж, тебе наносится где-то примерно 250. То есть это и есть стандартный магический резист. Стандартный магический резист примерно составляет где-то 25. У Мипо я знаю 30. Мипа. У Мипа знаю 30% он составляет, данный резист. Ну и поверх своих 25 у нас еще вешается 50. То есть это почти 80%. Ребят, 80% это очень, очень, я скажу, жестко, дерзко, аппетитно. И дает жесткую стойкость к магиям. Посмотрите, что понапикали ребята. Не хотят брать магов, соответственно. Но ничего, и так победим. Я думаю... Никаких проблем не будет. Окей, что такое моновойд? Моновойд — это способность, которая наносит урон за недостаток единицы маны. То есть, что это такое? Если у вас 500 маны и соотношение 1-1. Сколько? Ну, 1000 ман, давайте. 1000 маны, будет проще вам объяснить, если соотношение 1-1. Если у вас недостаток маны 1000, вам нанесет 1000 дэмэджа и 100 сверху. 1-1 соотношение. То есть, если... У противников нету маны, у одного противника, на которого вы наносите ультимейт таргетно, то и, соответственно, дэмэдж будет... Дай мне фармить, плиз. Начинается. В прошлой игре все так гладко было. Я понял. Спасибо ЕСу. Ладно, начинается игра. Прекрасная. Прошлую игру я себе заруинил, я выложил себе Скади просто. Сразу как сделал все и выложил Скади. К сожалению, заруинил очень красивую игру, ребят. Вообще очень сильно жалею, что я вам ее не показал. Потому что я в той игре вот дико сгорел с этой ситуацией. Я только все протестил, все отлично работает. Только захожу на базу купить яшку и все падает. Второй раз пишу. Ребят, никогда не делайте так, как делает ЕС. Он специально пушит линию. То есть он... Вот это вот никогда, ребят, вот так вот не делайте. Он еще пытается и меня как бы перефармить. Я не знаю, ребят. Я попробую сделать гайд отдельно на Ершейкера. Что нужно делать Ершейкером именно вот в его роли. Вот на данный момент. Что нужно делать Ершейкеру. Не вот этой фигней заниматься, которой он занимается. Тычкует крипов. Вот это вот сейчас он тычкует. То есть мне нужно дергаться вот это. Я не должен суетиться на изелине. Я должен парить. Я должен вообще не париться. То есть я не должен вот это вот делать. Я не должен соревноваться с ним в фарме. И типа не смысл такой, что... Боже. Не смысл такой, что типа... Да ты даун, ты просто не можешь его переластхитить. Я не должен пытаться его переластхитить. Он вообще не должен тут стоять в фарме. Это просто... У него своя роль, и он должен своей роли придерживаться. Они стоят и фармят со мной тут на линии. Так, ну взяли самого неприятного героя против антимага. Это шаман. Шаман очень сильно дизейблит антимага.
Так, мы переагрили крипа и забрали. Хорошо. Будем, скорее всего, тупо выходить в Madness, потому что с ЕСами не хочу стоять. Он дурачок какой-то. Потому что, ну, не понимает, ребят. Никогда так не делайте. Вот чисто я не хочу, чтобы мои подписчики вот так играли. Я хочу поднять немного уровень на экапе игры. И буду, скорее всего, делать такого подобного. Ну, если... Ну, посмотрим по активности, ребят. Если такие ролики вам будут заходить, то буду делать такие ролики. Еще поверх того, что буду стримить и писать фишки. Если такой контент вам зайдет, ну, это как бы немного обучающий контент, то, пожалуйста, я только за. Посмотрим по вашей активности, по лайкам, по дизлайкам и прочим моментам. Ах, боже. Как говорится, горбатого только могила исправит. Вот, ну, это абсолютно понятие такое к ЕСу. Абсолютно к ЕСу так, вот такого понятия. Вот, ну, просто стопроцентно подходит к нему. Просто руинит максимально крипов. Не знаю зачем. Так, ну придется качать. Ну не знаю, я за этого крипа могу сейчас умереть тут просто. А вот сейчас точно могу умереть. А, нет, не поймали. Поймали. Но если, я думаю, додумался бы дать фиссуру, чтобы сбить хотя бы сетку, когу бы я разбил и выбежал. Ценой одного хила добить крипа. First Blood делают на нашей стороне. Боже. Yes, yes. Ну ты туповат, я вижу. Но он не понимает, что я пытаюсь, ну, я пытаюсь крипить, он мне только мешает. Вот и сейчас он бьет кату, зачем, непонятно. Он не понимает, то есть он, вот, у человека нету понимания, зачем держать линию. Вот то сразу видно, а, итемы ему надо. То есть он мне написал сначала фарме, а потом пишет, типа, итемы. Все, понял, базару нет. Базару ноль, братан. Вот тебе твои итемы. Не знаю, ну, помогать, ну ладно. А, я не могу в кобу запрыгнуть. Ну, выбегает от меня специально, чтобы сдохнуть. Молодец. Хорошо шаришь. Ладно, ребят. Ладно. Главное еще обвинить антимага, что он там тупой и тому подобное. Ну, это стандартный идиот. Я не буду обращать на него внимания. Ребят, никогда не будьте такими токсичными. Если вы хотите что-то сделать лучше намного, то... Начните с себя. Если вы хотите что-то изменить, первое, это начните с себя просто. Первое, это просто начните с себя. Смотрите, ну, держит палку на last hit. И в итоге инвокер забирает. Я не могу в кобу прыгнуть. Не добиваю, ну ладно. Пойдет. Некор молодец, пришел. Сделали какие-то фраги с ним. Два ассиста. Тоже неплохо. Куру дайте, пожалуйста. Я себе направляю. Ее реюзнули сразу же. Уйдем в лес. Немного поднимем. Возьмем Madness сразу и с Madness'ом начнем рашить. Сделаем ПТ-шечку. Будем носить ТП. Так, отводим этот спаун. Самый легкий в отводе спаун это вот этот, ребят. Вот здесь полосочка. Рубите одно дерево и отводите. Очень важно это знать. Многие этого даже не знают. Так, ребят, ну надеюсь, по скиллам вам все понятно. Так, в принципе, в управлении сам персонаж по себе не сложный. В управлении просто блинк и бить с руки. Главное позиционироваться, не подставляться и тому подобное. Все просто. Все у вас получится на данном персонаже. Я не буду туда идти. Это была какая-то замануха. Ну и этим и хорошо, что мы проигрываем эту игру, потому что
Есть как бы тема такая, что можно будет камбэкнуть. Причем неплохо. Но главное не затупить с прокачками, потому что прошлую игру я себе заруинил прокачками. Но ничего, ребят. Эту игру должны вырубить. Блин, армор. Армор дает. Придется кушать тангусы. Так, мне регена. Лайфстила, вернее, родного хватает, в принципе. С одной маски. Ребята, бедные, спамят. Нет. Спамят. Где стрим? Азиас, ты где? Мне человек, наверное, за прошлый человек, человек 10 минимум написало. За прошлую игру. Так, сделали. Так, есть мана. Можно потратиться немножко. Даже нужно. Болельщик. Болельщик. Шаман, ну не надо, ну, пожалуйста. Не надо. Рию Закуру. Потому что мне нужна мадна сейчас будет принести. Чем раньше я ее принесу, тем лучше. Вот так вот, нельзя никогда делать, ребят, куру. Риюзать. Вот там. А, инвокер Мидас, вот это вообще сорян. Инвокер. Я куру. Не посмотрел, что там. И ошибка это, ребят. Ошибка. Так нельзя делать, когда. Бывает крипа печалька. Как будто у него задача была добить этого крипа фиссуры. Вот просто, ну рили. Выглядело так. Потому что. Так, курьера, мне нужно вот так повести, потому что там. А куда пошел огр? Вот это я вообще не понял. Боже, ты отстанешь от меня? Дай мне крипов побить, пожалуйста. Дай крипов побить. Я жду курицу свою. Все, найс, отстали. Все, маднес имеется. Сейчас будем пофармировать. И все. Фармировать. Типа как сосировать, но только фармировать, ребят. Все просто. Блин, ну печалька на самом деле. Первая игра была красивее намного. Так, ману будем подсливать немножко. Там мартредочка еще, не стоит забывать. В прошлой игре был дизейбл. Меня Акс цеплял постоянно. Акс постоянно цеплял, но, к сожалению, у него ничего не выходило, даже с того, что он меня цеплял. Это норм. Там еще и Свен. Там очень много дэмэджа. Антимаг не переваривает дэмэдж вообще никак. Не любит он. Не любит урон. По себе. Не любит урон по себе. Ладно, возьмем ПТшку. С ПТшкой будем как-то что-то активничать. Что тупо стоять фармить. В прошлой игре было прикольно. Чисто фарм, файты, фарм. Все удачно, красивые файты, даблкиллы, триплкиллы и как бы игра. Но игра немного подзатянулась, потом пришлось уже 1x9 вытаскивать. И антимакс с таким билдом себя неплохо показывал, я скажу, ребят. Очень даже приятно показывал. Плохо, что мне пришлось уйти из линии из-за того, что меня напрягал чел на ЕСе. Ранних айтемов я выформил мало. Если бы еще я сейчас не пропускал крипов, вообще прекрасно было. Сделаем ПТшку. Слушай, ну у тебя нету маны.
Не знаю, что ты хочешь мне сделать. Он еще соул прожал, хп снял себе. Ну, не по нему, я сейчас не понял немножко. Пойдет. Можно доломать тавер. Главное не прокачать первый. Главное не прокачать первый. И не выложить скади. Скади сразу перекинуть нужно будет. Пока играем. Делаем плюс и с 11 по 14 оставляем прокачки. Пойдет. Фармим дальше. Неплохо, вот сейчас... Блин, если вообще не лагал, чел. Неплохо сейчас вышло, что забрали фраг, забрали тавер. Но фраг соло был, там от ошибки. Да господи, ребят, ну это невозможно. И мне просто неприятно, что возможно я буду это заливать. И мне придется вот это скипать, чтобы вы не ждали. Хотя я, наверное, не буду так сильно заморачиваться. Посмотрим. Слушайте, я думал, там мартретка есть. Могу посмотреть, к сожалению, сейчас ничего. По-моему, же была мартретка. Вот этот вот, я не вижу этот слот. Да, есть мартретка. В лес. Яша, барабаны, фейзы. Так и тянется рука с прокачкой, уже по дефолту прокачать первый. Ребят, это тяжело привыкнуть будет. К такому билду, если кто-то играет через стандарт. Будет тяжело, ребят, очень тяжело будет привыкнуть. Ну ничего, я надеюсь, привыкнем. Главное сейчас не ошибиться, оставлять плюсы. Плюсы. И все, и чилить. Вайпер на топе. Надо к ребятам выйти на линию. Хотя бы разочек. Тоже подстилить что-то еще с моновойда. Поймали инвокера. Ну пока ману регеним, сейчас крипы выйдут. Пока все хорошо. Более-менее. Могло быть и хуже. В лете будет это тяжело затащить, потому что там урон с руки в основном. Но будет приятным бонусом, что у меня будет рабочая скади. И... Монобёр. Слушайте, было бы ТП на низ, я бы сейчас, наверное, развалил бы кабинеты. Сколько их там? Трое, да? Там будет стан-сетка. Поставил змей. ЕС перекрыл, чтобы не добил никого. Молодец, ЕС знает, как играть надо правильно. Ой, печалька, ребят, печалька.
Иул мог дать с ХГ. Бестолковая беготня получается у нас. Могли на низу подраться, yes. Мог дать ТП. Дать просто одну фиссури, но я бы там бы дал мановойда в шамана, и шаман бы развалился. Я бы спокойно ушел на блинках. Нортрейдка там вообще чилит, походу. Девятый левел, лиса колотит. Но я колочу лиса быстрее, чем она. Это радует. Monster kill! Еще есть. Сейчас сразу прилечу. 2К прилечу своих. Так сказать. На низу фарм. Прекрасный. Все, оставляем левел прокачки. Остается 1200 и 300. Слушайте, ну почему-то крипов нет. А, Рошана забирает, Мартредка, да? Свен. 60 маны. Ну, по демеджу я не вывезу там. Как? Пойду низ тупо толкать. Пойду тупо толкать низ. Потолкать низ. Чай. Базил. Бессмыслица с ней драться. Абсолютно. Ну, тем самым интрига, сможет ли антимаг вытащить много дэмэджа. В принципе, мне чуть-чуть осталось до скади, 1200 имеется. Вайпер, я не знаю, зачем-то ходит за мной. Боже, неужели такой вижен есть у него прям? Курьера. Да что с курьером, БТФ? Я ливаю, короче, пацан пишет. Ливай. Проще будет. За контри будет легче. Надо протестить еще момент. А, то есть прокачки. Сразу нужно прокачивать или... Так. Сразу перекидываем. Чтобы... Чтобы не париться. Еще левел надо. Прокачаем сразу 4. И точно уже напишу. Все, есть. Есть. Работает? Надо Madness выкладывать.
Маднес выложу и будет все работать. Пойдем сейчас носовых и проверим. Конкретно уже. То есть из-за Madness эта тема не работает сейчас. Madness выложили. Все работает. Все. Подняли. Не работает. Работает. Все. Теперь надо продавать Madness. Пока можно не продавать, тупо подфармливать. Б. Так, Сион. 177. Сейчас Яшку продадим. Продадим Madness. ВК есть, но они сейчас тупо в ХГ пойдут. Берем ТП, сплитим и идем на деф. Моя змей поставил. Сплитим, уходим. Это минус мид, скорее всего. Ну, это чисто такая бредовая игра, когда у тебя один ливнувший, два ливнули. Делаю ТП, что-то будем делать так. Продаем. Яшку берем. А, найс. Холи Щитович там. Но я прыгать не буду, типа, под эту тему прыгать, себя не уважать. ХГ встан. Первый фраг есть. Фух, я сейчас перепугался, что я опять скади выложился. Так. Четвертый моноберный сейчас прокачаю, надеюсь, не спадет. Не спало, все. Работает механика полностью. Есть смысл камбэчить это. Если я докопаюсь, он никак не уходит. А, там лотар. Лотар. Надо манту сделать. What is your wish? The time has come. My blade thirsts. Лотар надо будет делать потом. Скорее всего, БКБ нужно будет делать. Я не знаю, вайпера убивать изи. Там просто будут... Мартретка будет много дэмэджа. Тарас нужен будет. МКБ. Пока фармим, пока все хорошо. Идет буст с моноберна способности. Все должно быть хорошо. ТПшечку. Ну идут низ сломать тупо. Под сплитью немного. Топ. Тупо one way идут. Тупо one way ребята идут. Там что-то не варик отдавать. Уходим. Все, найс. Перебазируемся немножко. 3К имеется. 3К. Башек сделаем.
Дефил бы еще кто-нибудь. Было бы прекрасно. Так, ну ставится змей нам на ХГ. Надо идти дефить. Есть манта. Замедляю и бью. Сейчас приоденемся чуть. Главное протянуть вот это время. Когда они поймут, что они уже не смогут драться. И все. И надо будет заканчивать. Обуссал. Свен с Лотаром, конечно, он знает, что собирать. Лотар собрал специально против меня, потому что мне нет смысла носить дуст. И так бы изи, это изи фраги. На самом деле эти Свены. Так, сейчас посмотрим, может найдем кого-нибудь в лесу. Ага, вижу на линии его. Ну и чё, я типа умирать буду? Я не хочу умирать никак, ни в коем разе. Так, ну там умирают пацаны. Ваш, не надо критов топ. Все, я на Б. Молодец, берет дабл килл. Я на деф. Улетел. Не хочу оставаться и умирать. Ну, там нужно от Лотара что-то. Я сейчас не знаю, я ультанул Локверка. Было ли правильно это решение, ну, потому что он давал касты хоть какие-то. БМ на некре надо. Опсы, и выиграем. Идут по низу тупо ванвей опять. Ванвей. Вот упрямые чисто игроки, я вот, я не знаю, чисто все вот, чисто победить, я не знаю, похоже, как будто это мои подписчики чисто, вот я вот. Промах. Смотрите, сколько промахов вылетает. 7 где-то. Почему ты ничего не нажмешь на вокере? Алло. Стоит, он просто постоянно посмотрел, не дал ни бласта, ничего. Ничего не дал. Ребят, ну это прискорбно. Прискорбно тем, что было сейчас около 10 промахов, я не знаю, на видео я пересмотрю, сколько там было промахов, но там неистовое количество промахов было, плюс инвокер ничего не нажал. Это очень, по мне так, на уровне ДЦП. И он просто стоял, он тычковал морту так же, как и я, типа, возьми, нажми хотя бы, я не знаю, ну, санстрайк, там что-нибудь. Ребят, ну так неправильно. Никогда так не делайте. Вот сейчас бы... У меня было бы плюс голда, я был бы живой, я бы отдефил, отпушил, пошли бы на Рошана, потому что там, возможно, сейчас будет падать Рошан. Слейте мой обуссал еще сейчас. Чтобы не слили, нужно как бы... Пойнт-бустер. Так, ну надеюсь, не сольют. Нам надо челиков выводить сюда, чтобы у нас не страдали товара. Тут на холд, тут на холд. Поставили, и все. Все, есть такое дело. Не хватает денег, нужно хотя бы на ББ. Опсы, близ. Там Рошан, возможно, падает. Ну кому говорю, вот просто
Не команда, черт возьми, что. Двое ливнули, и два такие сидят. Антимаг, выиграй нам, пожалуйста. Но мы ничего не будем делать. Я вот этого никогда не понимал. Вот у меня сейчас нет байбека, если они заходят, они выиграют эту игру. Все. Тупо потому, что у меня инвалиды. Дабл дэмэдж там. Это вряд ли за дефи, нету глифа. Поставим Еса, попробую убить шамана сразу. До ХГ. Хорошо. Свена убиваем еще раз. Ну, Лотар, это неуязвимость просто в этой игре будет. Господи, мы еще это задефили. Кстати, по-моему, на иллюзиях не работает моноберн, ребят, если я правильно обратил внимание. Сейчас я это затещу. На самом персонаже работает, но я думаю, это не столь критично, прям. В таком билде, ну, должна быть какая-нибудь погрешность в таком билде, это по-любому. По-моему, у иллюзии не работает моноберн. Потому что когда иллюзии клокверка били в когах, я не слышал звука. Слышал звука, когда идет берн. Мартретка внизу. Что, ну терять низ я не хочу тоже. Зашла, да, просто ломает низ. Прикольно. Вы видите там Боника, ЕС, я не знаю. Низ таких. Нужно МКБ походу в этой игре собирать. МКБ походу в этой игре нужно собирать. Тарас МКБ. Так, ну есть 4К. Сейчас на базу идти. Еще вот эту линию толкну и на базу. Да, не работает моноберн иллюзий. Но на персонаже на самом работает. Идет по низу. Делаем ва-банк. Такую тему. Свена убить надо и задать ему запуш. А чё, Лотар? Ну, Лотар, пацан, нажал. Купим демонейдж. Лизи по топу отправил. Регеним ману, идем кого-нибудь ищем, убиваем и пробуем выигрывать эту игру. Чуть скади опять не выложил. Я был рядом.
бегу. Ломать лицо пацану. Давай перейдем. Я думаю, он будет где-нибудь леса колотить, ну да. Инвиз у пацана. Ладно, ну я видел, что там инвиз, там еще дусты. Там уже. Нормально, линия отпущена, минус 2. Пока не сделаем КБ. Минус ГДС. Надо бежать на базу, реген, найс. На базу уже бежать не надо. Но вот это сейчас очень много решит. Много решит. Не сдэ. Еса по колдауну выводить. Сейчас загрится Свен. Один уже сдался морально, но мы эту игру победили, я так думаю. Сейчас продадим сапог и берем Тарас. А даже можно, в принципе, не брать, уже one way идти мид. Мид тупо. Не хочу танчить крипов. Проседать по хпшкам. Не успевает меда скинуть иной как ничего. Притычки шаман. Ломаем одну сторону, минимум должны сломать. Ну, сторону одну так и так сломаем. Дизейбл. Большой дизейбл. Надо подраться. Ну, стан откинет, я прыгаю. Тараска нужна, ребят, тут ПТшку продавать. Брать Тарас. На базу и куплю себе травола. Бедный инвокер, что-то исполняет, непонятно что. Не успел в инвиз зайти, но печалька. Ладно, продаем ПТшечку. Берем тревел. Так, ну с next пачкой, наверное, давайте вот так вот сделаем. Если эта дурочка там останется, я ее убиваю. Да, она остается, это прекрасно просто. Там кто-то еще есть. Есть еще шаман. Надо сначала убить шамана, потом будем убивать других персонажей.
Портретка с дабл дэмэджем, но она себе снимет дабл дэмэдж. Можно подождать, пока она надамажит хорошо Рошана, и зайти забрать все. Сейчас как раз откадешим лотар и заходим, забираем. Бол. Нажали. Ну, пейбэк надо, ребят. Так, мант почти есть. Смотрим, что тут у нас. Но минус Аегис уже хорошо. Внизу. Убьется. Я бы и гол. Аегис сыр я разбил. Аегис я выбил. Сейчас будем драться. О, шамана сразу убью. БМ жми, дурачок, сейчас же умрешь. Найс, сбивает хотя бы торнадом. Так, убиваем шамана. Убиваем шамана, гонимся за мартреткой. Войди в инвиз или, я не знаю, что-нибудь нажми там. Что-нибудь, молодец, хотя бы додумался это сделать. Очень много дэмэджа. Не знаю, разменивать и выходить в байбэк я не хочу, если честно. Очень много дэмэджа сейчас залетело. Отбиваемся. Можно сделать гениальный мув. Уйти на топ, зайти в лотары, пробежаться. Скорее всего, на топ они побегут. И кого-нибудь я вырежу по-любому. Мид-дефница. Yes. Просто чекаем, что сейчас получится. Странно, никого не наблюдаю. Окей. Тогда ломаем топ. А, вон, Свен вышел таки. Хорошо. Жаль, Абуссал был в КД, но и не жаль с другой стороны тем, что даже не пришлось его юзать. Это прекрасно. Так, есть 4К. Лотары продавать пока не буду. Будет у меня денежка на... Так, ну найс. Змей, все, змей поставили. Змей, не змей, все там поставили бы. В принципе, некр пришел, мартретка без хп. Шаманчик. Братанчик. Тычка за медло. Ваш. Смерть. Ребят, поставить на деф. Сколько ман? 400 ман. Там просто смерть. Если не доконтрил. Некролайт 17-13 играет. Давайте, ребят, просто пушим. Свен ломает нам низ, но абсолютно ни о чем не скажет. Гоуст купил. Неужели я так больно бью на антимаге? Все, и по низу тупо.
по низу пойду. Думаю, может манту продать. Потому что моноберна все равно нету на нем. Только диспелы, то я себя ничего не диспелю, я могу только запутывать. Ну, просто ванвей идем. Один путь у нас. Вот сюда и все. Просто запушим и все. Тут, по-моему, нечего придумывать. Какую-то супер... супер игру. Байбек есть. Сейчас пробежимся перед подходом. Подходом к тавру пробежимся в лотаре. Прочекаем. Enemy. На миде есть клоптер. Вот, пойду пацану помогу. Крит сразу. На, крит, баш. Баш еще. Да ты посмотри на эту дурочку, что она делает. Сейчас бы Тарасочку. Но если будет сетку давать, я прыгаю. На бой выйду. Сейчас бы Тарас, конечно, пригодился. Ман, тут тоже не хочется. Травала не хочется продавать. Пойдет. Но я в любом... в любом случае лотара я не продам. Что хотите говорить? Лотар не продам. Дам один клокер покупает. У меня МС-а. Просто тонна. Мобильность нереальная. Самый быстрый мобильный. Жаль, что по низу не идем. Типа нам смысла на мид нету идти вообще. Некр, в принципе, подхиливает в драке. Даже и... так, ну есть лотар. И кидаешь баш сразу. Найс, сбивает, сейчас зайду в лотар. Все, зашел в лотар, нечего бояться. Прекрасно. Реализован лотар просто на все 100% сейчас. Потеряла таргет. Чуть не умираю со сплэша, но... не суть. Бегу. Что там некр делает? Стакает все крипов. Сейчас его Свен будет пытаться убивать. Лотар уже по-любому зашел, бежит. Просто чекайте. В Рипера. На 100 секунд. Поехала. Доламываем все. ПКД хил просто и все. Собачонок. Не успею кинуть. Хотя бы так. Зашли в лотар, но дустов нет по-любому. Слушайте, ну бьет меня, бьет. Все равно вижу, дэмэдж заходит как-то. Какой-то дэмэдж все равно заходит. Бьет. Не есть ПБ. Я
я не должен умирать. Не должен умирать. Все, ухожу просто отсюда. Надеюсь, нету тут опса. А там у меня сейчас будет ГГ. Да, Тараска, конечно, ребят, нужна, но Лотар... Лотар я не могу продать просто, потому что... Ну, не контрится, ребят, не контрится. Лотар — это такая вещь, что... Никак не было. Никак. Эта вещь не контрится. Лотар не контрится, ребят. На самом деле, тут из-за мартретки пришлось собрать МКБ. А так бы вместо МКБ был бы у меня просто Тарас. И с Тарасом бы просто было бы немного проще. Так, ребят, что ж. Идем, видим Клокверка. Нападать мы на него, конечно, не будем. В принципе, никого рядом нету, можно напасть. Жми Ghost. Не хочет Ghost жать, но сейчас нажмет. Нет, не нажал Ghost. Ну ладно, ГГВП. О, мартретка тут. Расконтрил иллюзиями, но она не повелась вообще никак. Там хз просто. Просто хз забейте. Что ты хочешь? Шаман тут рядом. Шаман рядом. Сейчас будем шамана убивать. Повелись на иллюзию. Прекрасно просто. Отличная реализация манты в данный моменте. Слушайте, ну если бы была Тараска, я бы уже закончил миллион раз. Просто. С Лотаром интересно. Травола тоже не хочет покрывать. Нас уже придется докупить вместо Траволов. Чтобы уже дойду на базу к ним и вместо Траволов куплю. Вместо Траволов. Травола все же дают просто МС. И возможность тпхнуться на базу. Одна тычка, так пора. В центре есть, поставят. И добей. Не добьет, прикидывайте. Есть ББ. Смотрите просто. Иллюзия идет. Просто музычку надо подставить. Есть такое дело. Мне кажется, там есть синтрики. Гем. Гем на шамане имеется. Лотар сейчас вообще не нужен, в принципе. Гем на шамане уже. Так, тут у нас там на низ ты пахнулся. Свен будет идти в трон. Ну, ребят, ну бегу на базу. Волосы назад. Деврипер просто. Я бегу. Я бегу. Просто бегу. Я уже почти прибежал. Юзается Блейдмейл на некре. Мортра просто не знает, что ей делать, когда там заюзанный Блейдмейл. Некр будет просто настигать. Просто дают 2000 антимаг, и она умирает. Все. ГГВП. Не знаю, что они тянут. В принципе, тут уже игра сыграна. Ребят, в общем, к итогу. Работает полностью. Полностью работает вся эта тема. Сначала берем Madness. Фармим Скади. Потом прокачиваем Burn, когда у тебя уже Скади. Самое главное, это не выложить Скади во время всей игры. То есть перекидывать слоты можно, но ни в коем случае нельзя выкладывать. Иначе вся тема вот эта ломается. Из минусов этой техники. Не работают на иллюзиях моноберн. Это единственный минус в этой теме, в этом билде. И огромный плюс, ребят. Огромные плюсы. Давайте приведу. Работает замедление моноберн. Замедление моноберн. Давайте возьмем это как один единственный целый. Потом, очень много хп на ранней стадии игры. 2000 хитпоинтов. Плюс очень большой монопул становится. Два жирных плюса. Мне кажется... Манту эти два жирных плюса могут перебить. Могут перебить. И фишка вполне рабочая.
То есть все абсолютно работает. Дамага много, хп много. Моноберн работает. Ребят, мне кажется, ну, все понятно. Тут все понятно. В общем, ребят, кому понравилось данное видео, небольшой такой гайд, как бы на антимага, игра получилась сочная, просто 3 на 5 играли, потом один вышел, и как бы, ну вот так вот, ребят. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, ну, можете подписаться на канал, я не прошу. Кому что нравится, те то и смотрят, ребят. В принципе, если заходит такой контент, давайте посмотрим. Если будет много лайков, я продолжу снимать такие видосики, мини-гайды, и... Будем играть дальше, ребят, будем играть дальше. Ну все, всем до скорого, спасибо, спасибо, что были со мной. У меня все, ребят. Давайте, до встречи, до скорого. Отлично. Собираем форму. Чушь, момент истины. Все работает. Все работает. Абсолютно. Так, ладно. Теперь. А, я Скади выложил. Вот я даун. Бля. Это фейл фейла просто. Вы представляете, что я сейчас сделал? Я просто взял и сломал то, ради чего я тут сейчас сижу.